Вика. Раньше мы такое кружили, сейчас сделали. А наш индетерминант растет, пока покуда растет. Трехметровый. Ahí hay trigo, ¿ve? Y ahora es inicia para sembrar maíz. Segunda fecha de siembra. ¿Ve? Eso es lo que hay que conseguir. Если посеять кукурузу вот сейчас, и там паук, там осторожно. А вон там паук рядом. Но хуни, хулио пора идти. Конец июня человек. До снега. Я прыгну. Его убили. Да? Да, на улице тут подбрюк. Это Артура, это Галисия. Кишочек земли, Бреста, Галисия. Это Артура, Антилор. Понюхайте. Кто понимает, понюхайте. А его видно, что он мицелий делает. Понюхайте, друзья. Могилы. Кесово горло, вы. Почему же? И землей, и почвой. Северно пасай, такая туриса. Он мертв. Мертвый. Запах мертвый. Черт, запах. Симон мертв. На 3 метра может вырасти без проблем. А это 3 метра? Арней больше. У нас рожь вот такая, даже вот такая. И Вика на ней прямо аж свисала. Там... Ahora vamos a sembrar maíz. Y este maíz va a producir cuando los días son más cortos. Vamos ahí a ver el gran si viene la soja arriba de la soja, te digo. Большие проблемы. Корма хуёвые.